это слово. Ладно, я постараюсь показать. Это, кстати, очень сложное слово. Так. Вот, смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Показываю. А как ты поняла? А как ты поняла это? Я еще даже не показал то, что я хотел ее приблизить. Еще на зеленом поняла. А, внимание, у нас тут читер. Ну ладно, хорошо. Я, в принципе, не против то, что быстро отгадываете. Настя, читы офф. Я понимаю, то, что есть все слова системы, но... Хорошо. Как всегда, все просто. Все проще простого. Егор, да, что такое? Это, нет, слова не я загадываю, спича, а система. Вы справитесь. Я верю в вас. Это легкое слово. Кстати, а может быть в Ворде поиграем? А то я смотрю там видос одного мужика. Молодец, ББ. Молодец. Какой ты умный парень. Там вроде поинтереснее будет. Оно так и поновее, и посвежее, и что-то новое, типа необычное. Значит, неправильно писала. Ну, очевидно. А, да? Молодец, Настя. Так. Опа. Вот это очень сложное слово, кстати. Очень сложное слово. Удачи вам его отгадать. Так. Спасибо за фоллоу. Это мега сложное слово. Вам, ну, типа, просто если вы это... Ну, типа, видели, то 100% отгадаете, что это. Потому что оно примерно так и выглядит. Ну, плюс-минус так же. Плюс-минус. Так, тут обычно вот так вот, типа, как-нибудь. Оно вообще без разницы, как идет. Там всякое вот такое вот. Ну, неважно. Потом обязательно еще, кстати. Ребята, время заканчивается, если что. Годок. Да-да, именно годок. Так... Так. Да? Ну, это... Ну, вы в правильном, кстати. Вы в очень правильном направлении движетесь. Ну, ладно, хорошо. Это... Очень похоже на... Я, наверное, сейчас не так, да, изображу. Не, отлично изобразил. Это, короче, вот это. Вот эта вот часть. Это вот это. Ладно, я так понимаю, вы не справились, да? Это лазанья, это, типа, ну, листы макарон, типа. Или я вообще не так, нет, по логике я так нарисовал. Это самое схематично понятное, типа, разные слои с начинкой и, типа, листы желтые, квадратные. Ну ладно, может быть я хуесос, не знаю. Ладно. Хорошо, показываю дальше. Сейчас пойдут ребусы. А вот так вот слабо? А это ребус. Это ребус. Это ребус, между прочим. Тут... Молодец, Бранбан. Это сок. Потому что если уберем уносок первые две буквы, то это получится сок. Молодец. В принципе, я даже готов дальше продолжать. Но это в разы сложнее будет. А, не-не-не, стоп. Ладно, не важно. Ладно, хорошо, угадайте, что это. Я думаю, тут в принципе очень легко. Не, правда легко. Я не буду вам подсказывать, потому что это слово, оно очень легкое. Но оно правда легкое. Потому что я спалился в самом начале. А может быть я просто, ну, как-то... Ну, дальше, зеленый. Молодец. Тут же все легко. Какая-то зеленая хуйня, что это елка. Я спалился, что у нас это. В голове отложен зеленый. Зимой, летом одним цветом. Каким? Зеленым. Что? Елка. Продолжаем. Ладно, я это нарисую на самом деле. Знать бы как. Молодец.
Хуй тебе в рот. Молодец. Так, хорошо. Вот, это имба, кстати, слово. Удачи вам его отгадать. Сейчас я. Все, я нарисовал. И нет, это не ваш отец. Лист. Да нет, нет, нет. Там из того же, короче. Слова не я загадываю, поэтому, ну да. Ну, вот вы все рядышком, блядь, ну я думаю, ну ладно, хорошо, это сложно, это сложно, это сложно, это сложно. Подсказка. То у вас задержка в любом случае плюс-минус 2-3 секунды. Помогаю. Ну, тут уже все. Молодец. Это что, Брэнбан? Ну, типа, призрак, он невидимый, поняли? Типа. Так, внимание, сейчас очень сложное слово. Нет, правда. Смотрите. Внимание, смотрите. Вот так вот. Кто-то, кстати, уже близко был. Кстати, кто-то из вас уже очень-очень близко. И вы будете очень на себя разозлены после того, когда узнаете настоящее слово, которое загадала нам программа. Я вам клянусь. Подсказка — это глагол. Опа! Неожиданно, да? Уже одну букву надо поменять. Одну букву. А у одного из вас одной буквы. Там окончание немного по-другому. Прям чуть-чуть по-другому окончание. Прям чуть-чуть. Попробуйте ваши слова, которые вам показались, поменять у них окончание. Я просто не могу никак по-другому подсказать. Ведь это слово «получать». Да, Хруст, «получка» — это глагол. Будь я твоим учителем русского языка, я бы тебе, ну, типа, ну, в родители бы в школу позвал бы, чисто, знаешь. Вот так тоже бывает, кстати, между прочим. Это слово «получать». Ага. Что мне нравится в этом режиме, нет локальных мемов. Это хорошо. Продолжаем. Молодцы, я даже два варианта нарисовал. Первый кран строительный, второй кран типа, ну... Шарите? О! Вот, кстати, вот сейчас будет реально сложно, но если вы не играли... Блин, ладно, я сейчас проспойлерю. Так, хорошо. Приятного аппетита. Всем, кто сейчас кушает, тем приятного аппетита. Кто не кушает, то, ну, похавайте, наверное, не знаю. Вот это не глагол. Тут на самом деле, кто именно шарит за Майнкрафт, тот легко поймет, что это. Ну, то есть я сейчас для понимания нарисую то, что это, ну, это очевидно поверхность. Ну, она, ну, типа, ну, вы почти, вы все рядом, но там есть такое, ну, слово специально используемое для этого. Да, мне X-Ray именно, вот, программа мне задала слово X-Ray. Ах, бля, ну, зато вы явно, ну, не икорщики.
Ну, чел, X-рейщик, икорщик, икорщик ищет икру. Вы что, не шарите, блядь? Ясно. Позер, ебать. Ладно, все, это такое предпоследнее, или предпоследнее, это будет легко. Только не хуесосите меня, пожалуйста, я правда стараюсь, ну, похоже рисовать, хотя бы чуть-чуть. Молодец! Это тигр, это оранжевый черный, а не желтый черный, замечу. Блять, вот за это я сразу говорю, извиняюсь, потому что это будет очень сложно. Но смотрите. Ладно, ладно, я не смогу. Хотя нет, смогу на самом деле. Я смогу. Ладно, подсказку дам. Я дал максимум подсказок. Я больше вам не смогу подсказать больше. Ну вы... Нет, это существительное. Вы меня захуесосите. Опять. Ну это... Блядь. Я долбоеб, хотел час всего постримить. У него он электродов ящик, вы чё? И он сварщик, он варит, типа. Чё? Да что ты меня ебёшь? Это логично. Он варит. Кто он? Он, ну, варщик. Логично то, что подставить сварщик, потому что сзади стоит электрод.